следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении жительницы Балакова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть причинение смерти по неосторожности. По версии следствия, вечером 22 октября 2017 года подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире по месту проживания в городе Балаково, допустила падение новорожденной дочери с дивана и ее травмирование при этом, а также, действуя легкомысленно и небрежно, случайно ударила ее головой о дверной косяк. Спустя непродолжительный промежуток времени ребенок перестал подавать признаки жизни. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть девочки. Защита детей от преступных посягательств – приоритетное направление в деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Каждый случай совершения преступления в отношении детей требует незамедлительных мер реагирования. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следователями будут предприняты необходимые меры для изучения личности родителей погибшей девочки, условий ее жизни и воспитания, а также дана принципиальная правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается. Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по взаимодействию со СМИ Екатерина Котлова.